реальным событием. Прекрасная драматическая актриса Адриена и герцог Саксонский любили друг друга. Но в герцога была влюблена и принцесса де Буйон, которую он отверг, и она отравила его возлюбленную с помощью отравленного букета фиалок. В арии принцесса ждет герцога Саксонского на свидание, чтобы окончательно узнать, принимает ли он ее любовь, либо она будет мстить.